кто-то меня обвиняет в том, что я плохо что-то говорю про Россию, да? Но разве культурные люди могут себе такое позволить? Как бы, да, вот жилые дома рядом, да. Но я вот представить себе такого не могу. Вот как можно вот так устроить тут свалку? О чем люди думают? И когда я говорю, что типа добро пожаловать в Россию, да? Ну, про людей что-то такое вот. Ну, на меня обижаются. Меня еще и бьют. Оскорбляют. Типа, говорят, не нравится, вали нахера. Куда-нибудь туда, да? Ну, а зачем говорить? Не проще ли принять это к сведению и как-то пытаться исправиться? Ну, я понимаю, что не все свиньи, да. Но ну, вот это вот бардак мне непонятен вообще. Люди кидают мусор прямо вот, выйдя из подъезда. Ну, я никогда этого не понимал. И не пойму. Я, блин, бумажку, блин, не могу выкинуть по дороге. А тут свои же так срут. Ну, слов нет просто. Хотя все вот рядом, дома.